Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброй раніці. Сьогодні у Гомелі розпочнуться святочні мероприємства, примірковані до Дня Незалежності Республіки Білорусь. На Алеї Героїв відбудеться урочистий мітинг з ускладанням вянков і квіток до монумента з іменами совєтських воїнів, які змагалися за мирну і незалежну будучиню. Затим у громадсько-культурному центрі відбудеться святочний концерт, присвячений Дню Незалежності Республіки Білорусь і 72-й годовині визволення нашої країни від німецько-фашистських захопників. Під час мероприємства так само пройдет церемония присвоения гонорового звания «Человек года» по выниках работы у 2015-м. На Гомельщине этот конкурс проводится с 2008 года. За этот час 49 наших выдатных земляков удостоены звания «Человек года». Сегодня их колькость повеличится еще на 7 человек у разных номинациях. До речи, святочные мероприемства, промеркованные до Дня Незалежности Республики Беларусь, сегодня пройдут во всех районах города Гомеля. Подробности глядите у наших наступных выпусках новинок. Беларусы сегодня возьмут у руки новые гроши. 1 липеня в нашей стране будет проведена деноминация официальной грошовой одинки белорусского рубля. Подробности у материале Настасьи Кучинской. С 1 липеня банкноты узору 2000 года заменят на банкноты и монеты узору 2009 года. У соотносинах 10 тысяч до 1. Самый низкий номинал банкноты, деющий зара 100 рублей, будет заменен на самый низкий номинал нового грошового раду. Одну копейку. До конца этого года новые и старые гроши будут находиться у параллельном обороте и являться обовязковыми до приема при ожитявлении у всех видов платежей у всеми субъектами господарения без обмежования. На протягу наступных 5 годов будет проводиться обмен грошовых знаков у любой сумме без обмежования и без комиссии. Цены на товары и послуги с 1 липеня будут переличены 1 до 10 тысяч. Иншими словами, коли до деноминации пэўный товар каштовал до прикладу 100 тысяч рублей, то после деноминации я его кошт складе 10 рублей. При этом, как покупникам было легче адаптоваться до таких изменений, до конца года все субъекты господарения обязаны будут показывать две цены – старую и новую. На рост цену введение новых грошей уплывать не повинно. Контролирующие органы будут пильно за этим сочить. Работниками управления антимонопольной ценовой политики проводятся постоянные мониторинги, изучения в торговых объектах Гомельской области, значит, насколько готовы эти торговые объекты проведению деноминации, не наживаются ли наша торговля на том, что будет проводиться деноминация, как округлены цены. Показывают вот эти вот мониторинги. В принципе, вся торговля у нас готова. Везде подошли ответственно. Нацбанк обещает, что 1 липеня и в наступные дни будут приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной працы терминального обсталявания и разликов банковскими оплатными картками. Увогуле великих проблем с переходом на новые гроши специалисты не прогнозуют и называют деноминацию чисто техничной процедурой. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня уступить у силу документ, отповедно якому усе неприватизованные кватеры переходят у разрад арендного жилья со штомесячной оплатой за его корыстанье. Чарговой оттерминовки указа, нагадывают специалисты, не будет. Той, кто не приватизовал кватеру, повинен, як мага хуче, переоформить жилевый договор. Нагадаем, выплаты за приватизацию кватеры могут быть различены на 40 годов, але 10% от агульной суммы треба заплатить одразу, одночасово, або на протягу года. Важно означать, что до моменту погашения растерминовки распроджаться кватерой нельга. Например, продать, альбо подарить, ти сдать. У выпадку невыплаты взносов договор приватизации будет скасованы. До речи, отмова от заключения договору аренды не вызволяет отплаты за корыстанне жилым помешканием, але для их продуглежены пэвные льготы. Те граждане, которые по каким-то, может быть, объективным причинам не смогут приватизировать жилье, и это жилье будет включено в состав коммерческого, ну, я бы тоже хотел успокоить, поскольку для этой категории граждан также указано, предусмотрено и уже действует на сегодняшний день решение облсполкома, два решения 220 и 221, которые предусматривают для данной категории граждан понижающий коэффициент. То есть стоимость жилья для данной категории граждан в коммерческом жилом фонде будет значительно ниже, чем для тех, кто на сегодняшний день заселяется в этот жилищный, в коммерческий фонд. Специалисты нагадывают так само, что в выпадку незгоды с переоформлением жилья на арендное, оплата за проживание у им выставляется все ровно. А алгоритм работы с неплательщиком ведомы. Але у отрознения от приватизованных квартир санкции
санкции больш жорсткія. Арэнднага жылля можна пазбавіцца пры запазычанасці тэрмінам не больш як 2 месяцы. Наймальніка могуць выселіць без прадастаўлення іншага памяшкання. Сённяшняга дня ў дакументаабарот будуць уведзены электронныя рахункі фактуры па падатку на дабаўленую вартасць. Нагадаем, па-новаму трэба аплачваць гэты падатак пры рэалізацыі аб'ектаў, у тым ліку на экспарт, пры ўвозе ў Беларусь тавараў, а таксама пры набыцці на тэрыторыі нашай краіны прадукцыі ў замежных арганізацый, якія не знаходзяцца на падатковым ліку. Нагадаем, кругласутачна працуе кантакт-цэнтр па пытаннях работы з парталам электронных рахункаў фактур. Спецыялісты адказваюць на пытанні па тэхнічным узаемадзеянні з парталам, як падключыцца і як ім карыстацца. Пытанні ж па метадалогіі, якія тычацца лічбаў, правільнасці разлікаў, перанакіруюць у падатковыя інспекцыі. Па кароткім нумары 110, а таксама гарадскім, плюс 375, 17, 287, 11, 10, можна атрымаць неабходную інфармацыю аб рабоце партала, адрас якога вы зараз бачыце на сваім экране, дзе размешчана аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма ў лік электронных рахункаў фактур. Акрамя таго, распрацоўшчыкі праграмнага прадукта падрыхтавалі падрабязныя відэаінструкцыі па рабоце з парталам. Яны знаходзяцца на афіцыйным сайце міністэрства ў раздзеле «Электронныя рахункі фактуры», а таксама на афіцыйных старонках ведамства ў сацыяльных сетках. Спецыялісты нагадваюць, з чым звязана ўвядзенне ў дакументаабарот электронных рахункаў фактур. Недобросовестные плательщики при участии лжеструктур манипулируют налоговыми вычетами и занижают в результате суммы НДС к уплате в бюджет, а также получают необоснованное возмещение этого налога. Поэтому система камерального контроля за уплатой НДС, которая внедряется вместе с внедрением электронных счетов фактур, призвана пресекать такие попытки плательщиков. На Гомельшчыне працягваюцца сустрэчы дэлегатаў 5-га Усебеларускага народнага сходу з працоўнымі калектывамі. Напярэдадні такая сустрэча адбылася ў рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Гомельэнерга». На 5-м Усебеларускім народным сходзе Гомельскую вобласць прадстаўлялі ў тым ліку і 5 працаўнікоў абласной энергасістэмы. Сустрэча з імі ў калектыве «Гомельэнерга» адбылася падчас канферэнцыі, галоўнае пытанне парадку дня якой – заключэнне новага калектыўнага дагавора. Тым больш важна перад прыняццем гэтага дакумента пачуць думкі дэлегатаў форума наконт далейшага развіцця краіны ў цэлым і энергетыкі ў прыватнасці. Сярод галоўных задач, якія стаяць перад галіной на бліжэйшы час, падрыхтоўка кадраў і павышэнне іх кваліфікацыі, рост вытворчасці працы, укараненне сучасных інавацыйных распрацовак. Усё гэта тым больш важна, што ў 2018 годзе будзе ўведзены ў эксплуатацыю першы энергаблок беларускай атамнай станцыі, і зараз неабходна правесці адаптацыю існуючых магутнасцяў да новых рэаліяў. Для нас, для энергетиков Гомельщины, очень важный вопрос касается подготовка наших объектов. То есть в этом году мы заканчиваем уже работы по электрокотлам на Гомельской ТЭЦ-2. Я думаю, что очень значительно изменится тариф, потому что предварительные расчеты показывают, что где-то в 2 раза снижается удельные расходы на выработку электроэнергии, поэтому это должно повлиять на снижение тарифов. Надежность. Мы работаем для того, чтобы человек бесперебойно получал электроэнергию, и качество поставляемого нашим продуктом было на высоком уровне. У Рагачоўскім раёне адбылося адкрыццё міжнароднага дзіцячага лагера міру і дружбы «Крынічка». Кожнае лета на 7 дзён ён збірае дзяцей з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. Такой традыцыі ўжо больш як чвэрць стагоддзя. Прычым сярод удзельнікаў ёсць і тыя, хто прыязджае на працягу больш чым 10 гадоў. Чым так прывабны лагер для беларускай і замежнай моладзі? На месцы падзеі высвятлялі нашы карэспандэнты. Палаткі і рознакаляровыя сцягі занялі свае месцы. У якасці імправізаванай кухні вогнішча і жалезнае вядро. Жыхары палатачнага гарадка чакаюць адкрыцця міжнароднага дзіцячага лагера міру і дружбы «Крынічка», а заадно рыхтуюць абед. Раман Тутэнка прыехаў сюды з Новазыбкава. Тут ён ужо 2-й раз. Сёння выступае ў ролі повара і для суседзяў па лагеры рыхтуе традыцыйны борщ. Мне здесь очень нравится. В прошлом году здесь было очень весело, очень активно. Мне очень понравились все мероприятия. Ну, в основном здесь очень дружно, все очень хорошо сделано. Прям по душе все.
Тут дети не только рыхтуют ежу, але и у целом учатся самостоятельно налаживать свой побыт. За 7 дней лагеря это место становится для их не просто местом отпочинку, але и соправдной школой життя. У этом годе жыхарами лагеря стали больше за 200 человек с Беларуси, России, Украины и навод Литвы. У каждом отраде усталяваны стяги своей краины. Однако на справе помеж ими няма ни национальных, ни умовных отрознення. Каждый год мы пытаемся придумать новую программу именно для нашего отряда. И в каждой смене присутствуют новые команды, с которыми мы знакомимся из России, из Украины. И каждый для нас это новый друг и новый знакомый. Подлетки разом рыхтуют концертные выступления, организуют эстафеты и конкурсы. Усяго за час лагеря тут пройдет больше за 20 массовых мероприятий. Самые ж активные удельники у конце смены отримаются дипломы и кубки. Дарэчы, узнагороды тут почали уручать уже у день открытия. На святочной линейце у гонар 55-годзе Белорусского фонду миру специальные памятные знаки уручили отрядам, которые стали уже сапраўды ветеранами лагера. Если на первых порах с России приезжал только один отряд, то потом уже приезжало до 9 отрядов с России, 3 отряда с Украины. И с каждым годом география прибытие ребят в этот международный лагерь расширяется. У першиню лагерь прошел 24 года тому. За этот час тут сформировались свои традиции. Але разом с тем, каждый новый заезд появляются и новые уведения. Однако неизменным остается то, что у опошний день лагеря подлетки, которые живут за сотни километров, один от одного развитываются уже с оправданными сябрами. Александр Лупиненко, Ганна Ковалева, Евген Макеенко, Рогачевский район. До новин культуры. На сцене Гомельского областного драматичного театра представили спектакль по пьесе Майи Тараховской «Солнце светит усім». У якости артистов выступили осужденные по правчей колонии номер 4 Управление департамента выполнения покарания у Министерства внутренних справ Республики Беларусь по Гомельской области. Даденный театральный эксперимент, який почався больше за 10 годов тому, является протягом реализации у колонии международного белорусско-шведского проекта «Театр у турме». Полная зала прямое подтверждение актуальности деяния, а режиссерский ход порушение мяжи помеж сценой и залом у самым початку бачится запотребованным театральным ходом, який одразу включая глядачов у подеи на сцене. Место деяния – психиатричная клиника у центра «Жанчина-ахвяра», якая повинна пройти прозвельми жорсткие обставины, смешанные с хлусней и здрадой. Моцная энергетика «Жанчин-актерок» дозволила насыщенно передать сюжетный свышреализм. Это начинание, которое родилось 10 лет назад, оно приносит свои плоды, безусловные. И не только с точки зрения того, что мы вовлекаем спецконтингент в искусство, в процесс ресоциализации, вот, а в том, что мы демонстрируем свое желание использовать все возможные средства и методы для того, чтобы делать людей лучше. Думаем уже сегодня над тем, как этот опыт перенести в детские колонии. Очень мудрый шаг. Это не только по отношению к осужденным. Для них это особое событие. Я только что их как бы настрой делал. И я сказал, что это уровень, это ориентир. Я в свои 65 неполные. Я еще не испытывал ничего подобного по волнению, по ответственности. Хотя каждая премьера, вы же понимаете, это всегда особый нерв, особое настроение. Все это было. Но вот такого, им, кроме всего прочего, мне кажется, что вот решение начальства выйти вот на такой уровень, это еще и политическое решение, очень мудрое, на мой взгляд. И это была апошняя информация ранішняга выпуску. Ближайшие сутки на Гомельщине обещают быть довольно спякотными до +30. Ожидаем вам комфортного дня и до новых встреч в эфире.